Коллективная выставка «Бурятия дорогами России» открылась в Музее современного искусства. В экспозиции представлены живописные произведения Алексея Авдеева, Владимира Листрового, Ирины Кочергиной, Юлии Ващенко, Веры Белых и Елены Деминой, созданные за время пленэра в удивительной и неповторимой Бурятии. Я очень рада, что сейчас жители, зрители Биробиджана и Еврейской автономной области имеют возможность познакомиться с этим замечательным краем, пускай виртуально. Да? Но чем отличаются картины от фотографий? Тем, что фотографии просто фиксируют окружающую действительность. А здесь каждая картина проникнута настроением художника, восприятием художника. В передвижной выставке собрано 96 произведений российских художников. Картины были написаны в 2018 году в Тункинской долине и в Баргузинской долине в 2021 году. Художник – это тот человек, который, наверное, вокруг своего пространства, как садовник, он делает вокруг мир прекрасным. Да и художник должен мир делать прекрасным и нести в мир прекрасным. То, что вы сейчас привезли, вот это, вот, эти вот работы, а это как частичка души, наверное, каждого художника, и частичка тех мест, как бы взаимная любовь каждого художника и Бурятии. Посетители остались под большим впечатлением, и совсем скоро жители Еврейской автономной области ожидают еще одна выставка женских портретов, в рамках которой уже состоявшиеся мастера проведут мастер-класс для учащихся художественных школ. Выставка запланирована на ноябрь. Софья Гинатуллина, Кирилл Богаченко, Новости 21.